Приветствуем всех трейдеров. В данном видео рассмотрим такую тему, как пополнение и вывод средств от брокера бинарных опционов Quotex. И также параллельно рассмотрим использование промокодов и бонусов, которые предлагает брокер. На официальной странице брокера можно видеть самые основные платежные системы, с которыми он работает. Но мы же перейдем в личный кабинет. И после авторизации останется только нажать кнопку пополнения в правом верхнем углу. И на странице пополнения можно видеть, что платежных систем намного больше, чем представлено на главной странице. И пополнить счет можно как при помощи банковской карты, так и при помощи электронных кошельков и также при помощи криптовалют. Обратите внимание, что минимальная сумма депозита составляет $10, так же как и минимальная сумма вывода. Итак, для того чтобы пополнить счет, необходимо выбрать удобный вариант и нажать на него. И в нашем случае это будет биткоин. Далее необходимо ввести сумму, на которую вы планируете пополнить счет, или выбрать из предложенных вариантов. При пополнении счета вы также можете использовать бонусы, которые предлагает брокер. И можно выбрать бонус от 20 до 35%. Но прежде чем выбирать бонус от брокера, обязательно ознакомьтесь с правилами и условиями получения и вывода бонусов, так как чтобы вывести бонус, необходимо выполнить определенный торговый оборот. Помимо бонусов можно использовать и промокоды. Найти такие промокоды можно на нашем сайте в специальной статье о промокодах для брокера Quotex. Помимо промокодов в данной статье можно будет ознакомиться со всеми видами бонусов от брокера и также найти инструкцию по применению бонусов и промокодов. Для использования промокода его необходимо ввести в специальное поле. Нажимаем на кнопку «У меня есть промокод» и вставляем наш промокод. Если промокод рабочий, то мы увидим информацию о том, что он верный, а также сумму бонуса. И по итогу, чтобы пополнить счет, осталось нажать на кнопку «Пополнение». Чтобы вывести средства или заработанную прибыль, необходимо перейти на вкладку «Вывод». Сразу стоит отметить, что вывести средства можно только через ту же систему, через которую вы и пополняли счет. И в нашем случае это биткоин. И давайте попробуем вывести $500. Для этого вбиваем данную сумму. Выбираем биткоин кошелек и нажимаем подтвердить. И если у вас стоит авторизация на вывод средств, то вам придет пин-код на почту. После этого вводим его и нажимаем подтвердить. И можно видеть, что запрос успешно отправлен. Вывод средств у брокера Quotex занимает от 1 до 5 дней, в зависимости от суммы и способа вывода. Но обычно вывод занимает до 1 дня. Все ваши транзакции, как пополнение, так и вывода средств, можно наблюдать на вкладке «Транзакции». И в данном случае мы видим наш вывод средств, который сейчас на проверке. Если же вы хотите отменить заявку на выплату, то вы можете нажать на кнопку «Отменить». Мы же подождем, пока средства поступят на наш кошелек. И по итогу в течение этого же дня наша выплата пришла на наш кошелек, что и можно видеть в истории транзакций. Обратите внимание, что для того, чтобы успешно и быстро выводить ваши средства, обязательно необходимо пройти верификацию торгового счета. Подробнее узнать о том, как пройти верификацию брокера Quotex, можно из нашего видео, ссылка на которое находится в правом верхнем углу. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!